В Джалалабаде прошел экологический веломарафон с целью привлечь внимание общества к проблеме загрязнения воздуха, а также продвижения экологичного вида транспорта и здорового образа жизни. Колонна велосипедистов стартовала с театра имени Барпы возле парка Туктугула и завершила марафон там же. В велопробеге приняло участие около 100 человек. Отметим, что использование велосипеда как альтернативы другим транспортным средствам для ежедневных поездок позволит уменьшить загрязнение воздуха в городе.